Привет, друзья! Мы снова приехали в Казань, и сейчас я хочу показать вам отель, в котором мы остановились. Мы останавливаемся в нем уже второй раз, нам он очень нравится. Мне кажется, соотношение цена-качество здесь просто супер. Но сейчас посмотрите сами. Заходим, это прихожая. Здесь вот вешалка, чтобы можно было повесить верхнюю одежду, но вот муж уже сумку туда положил. Обувница, мусорное ведро, зеркало. Прихожая достаточно просторная, здесь вот видно спальню. Если повернуть направо, здесь есть еще небольшая комнатка. Я так понимаю, нам дали улучшенный номер, потому что в стандартном номере в прошлый раз у нас ее не было, но был балкон. Вот такая вот комнатка большая. Здесь можно просто сидеть, пить чай, вино, разговаривать или работать. Кому что нужно больше. Напротив этой комнатки ванная. Ванная достаточно небольшая, но здесь все есть. Душевая, туалет, раковина. И прошу обратить внимание, здесь есть фен. Есть вот такое вот зеркальце. Большое зеркало. Всякие мыльные принадлежности. Мыло. Лосьон для тела. Кондиционер. Пилочка, ватные диски и ватные палочки. Здесь вот шампуни. Гель для душа. Шапка для душа. Расчески. Есть даже... зубной набор, посмотрите. Здесь вот полотенце на каждом гостя. Розетка. Ага. В общем, есть все, что нужно. Заходим в спальню. Вот такая она. Спальня, она же комната большая. Шкаф. Сейф, столик для работы. Большой телевизор. Кофеварка здесь есть. Но кофеварке нужны капсулы, которые... лежат вот здесь вот в мини-баре, они платные, стоят 80 рублей штука. А вот рядом стоит чайник, чай в пакетиках и растворимый кофе 3 в одном. И это вот уже бесплатно, обновляется каждый день. Так, вот ящички, холодильник здесь есть, уфик, вешалка. Балкона у нас в номере нет, он был в стандартном номере в прошлый раз. И вот такая вот большая кровать. То есть номер достаточно светлый, здесь есть кондиционер, но сейчас уже не так жарко, это не сильно актуально, но в тот раз кондиционер это был просто главный критерий по выбору отеля. Вот он здесь включается на пульте, и мне понравилось, что кондиционер работал достаточно комфортно, достаточно тихо, и не было сильно холодно, хотя мы включали его на максимум. Здесь вот есть розетки, чтобы зарядить телефон рядом с тумбочкой, с кроватью. Мы уже здесь немножко бардак устроили, но сейчас приберемся. Вот, в общем, такой номер. Еще раз посмотрите. Да, еще очень мне понравилось, что они дают халатики. Халатики и тапочки. То есть вообще с собой, в принципе, нужно вести только вещи, потому что минимальный набор косметики здесь есть, даже зубная щетка. Или если что-то вы забыли, ничего страшного. Вот такой вот. В прошлый раз у нас был номер с балконом. Здесь вот вместо окна был балкон. И у нас был большой шкаф в прихожке. В этот раз шкаф такой вот поменьше. Но у нас вещей всего лишь на 4 дня, поэтому нам его хватит. Отель у нас 4 звезды, называется Корона. Он, кстати, находится в самом центре. До Баумана пешком минут 10-15 неспешным шагом. Вроде как бы он и в сторонке стоит, но в то же время в центре. Ну, здесь вот правила проживания. Все как обычно. Ну вот, друзья, я показала вам быстренько наш номер в режиме лайв-трансляции. Не знаю, как у меня получилось, но я старалась. Мы останавливаемся здесь уже второй раз, и мне очень нравится. Обязательно поделюсь отзывом в конце на TripAdvisor'е или на Booking'е в конце нашего путешествия. Но мне кажется, что будет все прекрасно, потому что здесь очень приветливый персонал и... очень хорошая шумоизоляция. Например, у меня в соседнем номере живут родители, и мама очень громко разговаривает. Ее слышно в коридоре, но совсем не слышно мне в номере. Она прям кричит. Это классная опция, потому что я не люблю, когда я сплю, отдыхаю, да, на выходных в отеле и слышу, о чем разговаривают соседи. Люди бывают разные, люди иногда ночью хотят петь песни, а не спать. А я хочу спать. Так что знаете, что здесь звукоизоляция просто прекрасная.